Песни России вернулись в Чувашию. Фестиваль с таким названием сегодня стартовал в республике. Участники культурного марафона уже выступили в Новочебоксарске. Концерты пройдут еще в трех районах. Проектом руководит народная артистка России Надежда Бабкина. Ее встречали накануне на границе с республикой Мариэл. На посту ГИБДД такое увидишь не каждый день. В честь визита известной певицы здесь устроили настоящий концерт. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Так, весело и задорно, с хлебом и солью, с национальными песнями и танцами. На границе двух регионов встречают народную артистку России Надежду Бабкину. В Чувашию она приезжает не в первый раз и вновь с масштабным проектом. Вместе с ней в республике высадится целый десант народных ансамблей из Москвы, Владимира, Краснодара и Владикавказа. И голоса сольются воедино на фестивале «Песни России». Зрители на концертах услышат песни, которые по праву называют культурным достоянием страны. По городам и весям они гастролируют на четырех автобусах. Более 120 артистов уже давно снискали популярность в своих регионах. Теперь им рукоплещет вся страна. В Чувашию они приехали из Кировской области. И очень нас здорово принимали. Все благодарили, что наконец-таки мы приехали. Фестиваль «Песни России» Чувашия принимает во второй раз. 7 лет назад концерты проходили с аншлагом, и именно поэтому артисты приехали сюда вновь. Надежда Бабкина создавала этот проект ради того, чтобы сохранить и донести до молодежи истинные традиции народной музыки. На таких песнях необходимо воспитывать подрастающее поколение, утверждают артисты. Надо обращать внимание на национальные традиции и корни любого народа, живущего в Российской Федерации. То есть нашу искать национальную идею, которая находится в нас, в самих, в каждом человеке, понимаете? Чего ее искать, когда мы с ней живем всю жизнь? Надо только об этом заявлять. В творческом багаже каждого коллектива более 100 песен. Но на фестивале они исполняют только лучшие номера. Ради того, чтобы устроить уникальное шоу, артисты возят с собой целую фуру современной аппаратуры, декорациями и костюмами. На концертах за 2,5 часа им удается показать зрителям культурное богатство своей малой родины. Песни России будут звучать всю неделю. Концерты народные коллективы дадут в Новочебоксарске, Канаше, Козловке и селе Аликово. Андрей Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.